Это не театральная постановка. У Алексея и Натальи пиратство в крови. Над темой свадьбы долго не думали, разыграли легенду. Они – пираты Балтийского моря, настоящие хулиганы. Капитан Алекс Куница, он же жених, борется за сердце дочери испанского губернатора. Я была согласна на свадьбу, но мои родители, губернатор, были против нашей свадьбы, и они меня заперли в форту. И Алекс Куница собрал вот всех своих пиратов, свою команду, и приехали на штурм нашего форта. Это был выкуп. Каждая минута свадьбы по сценарию. На организацию ушло всего 1,5 месяца. Участники до сих пор хранят костюмы бунтарской вечеринки. Использовались различного рода треуголки, банданы, платки пиратские и все такое. Пистолеты делали сами, шокировали прохожих и палубным оружием – Матильдой. Пушка стреляла настоящими петардами с дымом и порохом. Всем этим управлял капитан Алекс Куница. Камзол до сих пор висит в шкафу, а вот невеста не согласилась надеть пиратскую атрибутику. Но я сказала, нет, я замуж хочу выходить один раз, я хочу побыть невестой, платье у меня все равно будет белое, и фату хочу. А вот жених с друзьями в полной пиратской амуниции отправились на абордаж форта, точнее, дома невесты. Сегодня я собрал вас здесь для большого великого дела. Сегодня мы должны взять штурма неприступный форт Лазарева. Штурмом не получилось, пришлось пройти через массу конкурсов и испытаний. К этой свадьбе подошли неординарно все, даже родственники и друзья. Вместо того, чтобы подарить нам конверт, к примеру, с деньгами, с бумажными купюрами, они нам подарили сундук, битком забитый, золотыми монетками 10-рублевыми. Остался и еще один атрибут с того дня – необычные приглашения для гостей. Такую бутылку Наталья и Алексей тоже придумали сами. Так как они пираты Балтийского моря, то и песок привезли именно оттуда. А внутри – настоящая карта. Участники события, легенда события. А на обратной стороне, как вы видите, в любой пиратской истории присутствовала карта сокровищ. Как признаются сами молодожены, друзья тоже хранят все предметы той шумной свадьбы. Даже дни рождения и Новый год они отмечают теперь именно в пиратской теме. Такие свадьбы, они запоминаются на всю жизнь не только молодоженам, но и всем их друзьям, родственникам. Самое важное – это ваше настроение, а не то, что вам пытаются навязать другие там агентства или еще что-нибудь. Как вы хотите, так и делайте. Если и у вас была необычная свадьба, знакомство или признание в любви, звоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04 и присылайте свои свадебные фотографии на электронный адрес канал1@mail.ru. Пара, которая больше всех впечатлит членов жюри своей истории, получит ценный приз. Итоги акции будут подведены в День всех влюбленных 14 февраля. Полина Степанюк, Дмитрий Суворов, Служба новостей «Город».